15-35 и облачно, ветер будет южный, 3-4 метра в секунду. Днем синоптики обещают переменной облачности около 9 тепла. Дарья Левченко, служба информации Спартака. Профессиональный спорт с мастерами эфира. Саша, Маша и Максим на Спорт.ФМ. Ну что, потихонечку разворачивается утро, хотя оно и пасмурно в этот раз. Мне очень нравится такая погода, я как-то себя свежее чувствую, особенно когда мышцы болят. Вот как-то нормально, вот не знаю.